Меня зовут Андрей Сиротин, тренер, и я директор этой компании. Мы являемся лидерами NLP в Украине. Мы работаем на рынке порядка 9 лет, несколько десятков тренеров. Поехали! Кто вы и зачем вы здесь? Так, семья, работа, карьера, бизнес, хобби, материальное благосостояние. Оцениваем свой уровень доверия к этому человеку. И кто из вас цели прописывает? Если мы хотим достигать своих целей, то нужно все время держать их в фокусе внимания. Здесь фактор один, а мы уже сбиваемся. А в жизни сколько факторов, которые вас отвлекают и сбивают? Масса. Что такое NLP? Нейролингвистическое программирование. Это самые эффективные модели коммуникации, управления состояниями, постановки достижения целей, планирования, системного мышления, решения конфликтных ситуаций. Да. Можем провести маленький эксперимент. Мы работаем в нескольких форматах. Есть тренинги открытые. Люди могут прийти, познакомиться с тренером, посмотреть, о чем вообще здесь речь. За эти месяц-полтора, применяя то, что они здесь получили, уже есть достаточно серьезный иногда результат. И есть тренинги корпоративные, которые заказывают организации, и мы проводим в корпоративном формате. И люди приходят, общаются, делятся. И меня всегда это очень сильно радует. Практика, практика, практика. Как вам комфортно, как вам комфортно, как вам. Ну что нам нужно, чтобы мы могли этим управлять? А чай будете? Человек говорит, нет, не буду. А кофе будете? Буду. Да, опа, все, стрессовали. Когда я осознаю, могу управлять. Согласны? Все, что я преподаю, показываю, рассказываю, я все сначала пропускаю через себя. Я люблю то, чем я занимаюсь. Приходи к нам, чтобы научиться. Приходи к нам, чтобы уметь это делать. Зарегистрируйся прямо вот здесь.